В Доме правительства состоялось внеочередное заседание Государственного антинаркотического комитета. На заседании утвердили перечень приоритетных направлений по реализации новой стратегии государственной антинаркотической политики страны до 2030 года в Чувашии. В ней 4 основных направления. Это государственный контроль за оборотом наркотиков, профилактика и раннее выявление незаконного потребления запрещенных препаратов, сокращение числа лиц, у которых диагностирована наркомания. Четвертое направление, которое реализуется частично в рамках полномочий субъекта Российской Федерации, это сокращение количества преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мероприятия, предусмотренные перечнем приоритетных направлений, войдут в государственные программы Чувашской Республики.